на Залешенке, там, где сделана детская площадка напротив Пятерочки по улице Бутанка, разгорелся спор за вырубку сирени. Одна семья по улице Бутенко пожаловалась на то, что незаконно администрация сельсовета вырубывает сирень. Ну, давайте попробуем разобраться в этой ситуации. Кто здесь прав, а кто нет. Писать. Ну, уже, вот буквально два уже слова, ваше мнение. В интернете. Сейчас я хочу вам еще сказать. Что я сказать? Я уже успокоительный хон накупила. Выпила уже каждой по две. Я уже в Лагунова была, в прокуратуре была, так. В Белом доме была. Так, давайте сначала за сирень. Вы переживаете за сирень? А уже здесь... все, что хочет он. Выросли я ваши уже дети, все да? уже... Вы вот считаете, он... что это незаконно, да? Конечно, незаконно. Вин его не садил. Над высоковольтной линией он деревья не посадит, а кусты можно сажать. А он мне доказывает, напротив двора моего мусор. Где он бачил мой мусор? 8, вы не записываете? Записываю, ну там в кустах же есть. Буду. Все, я вам звоню. Нет, я никогда на камеру не работаю. Все, выключите. Здравствуйте, я Роман. Вы работаете здесь, да? Да, да. Что вы делаете сейчас? Ну, убираем, видите, палим, пилим. Надо мусор. Это по сельскому совету. Вы как это, в ЖКХ или по найму? Да, да. По нарушению. А, понял. Повинность отрабатываете, да? Да, да. Ясно. И глава сельсовета вам поручил вот здесь. Да, да. Вот эта сирень, она вырублена, это тоже вы, да? Ну, они уже живут, тут и старые, значит, гнилья, мусорка была, тут была, сколько мусора вывезли, сколько видите, бутылка. Ну да. Уже вывезли оттуда, наверное, мешков 20. То есть здесь образовалась стихийная свалка, да? Да, свалка чистая, она тут была горой, это сколько недели пали. Ну вот то, что люди против вырубки сирени. Люди против, люди пускай тогда бы сами убрали бы, как им надо. Ну как ты его уберешь? Она уже старая, сколько им лет, они гнили. Ну да, тут вот это и масло, да? Да, ну попаливаем просто чисто это. Понятно, вы наводите порядок. А что дальше тут будет, вы не знаете? Да ничего не будет, просто чтобы чисто было. Вот так просто, пустое место, да? Ну тут было пустое место, мусора было там сколько, да вообще страшно. А на пустом месте мусорить не будут? Ну она же охоту уберут же, или кусты кидать. Вы вот видите, их же тоже штрафуют за это, наверное, убирают. Видите, сколько бутылок валяется. Все, я понял, ну, спасибо посмотрите большое. Посмотрите, вот сколько там. Да, да, я вижу. И сейчас лучили, вот так было. Здравствуйте. Будьте добры, вы знаете, вот что тут сирень вырубают, да? Вы недалеко здесь живете? Мы не знаем, Мы недалеко живем, но я первый раз вышел. Как вы к этому относитесь? Вот сейчас сельсовет там на углу убирает... Ну, это все сельсовет занимается? Да. Это плохо, конечно. Сирень всегда цвела красивая, кусты большие. Значит, в планах по программе «Комфортная городская среда» у нас вот эта территория перед Пятерочкой является как бы планом сделать парк хороший, благоустроенный. Но на сегодняшний день вся главная у нас трудность в том, что проходит здесь десятка, линия электропередач, которая нельзя, вдоль ее идет охранная зона. На 5 метров в одну сторону, на 5 метров в другую сторону. Поэтому что-либо здесь делать для людей, мы просто не имеем права. Вот мы спланировали... Вот про вот эти, да, речь идет? Да, да, да. Мы спланировали сделать вот здесь вот по этой самой детскую площадку. И эта детская площадка, пришлось ее сдвинуть к домам. Вот, в течение, значит, периода от нас требует вот это... Вырубка, чтобы здесь не было ни деревьев, ни кустарников. Тем более, вы сами видите, кустарники очень старые. Ну, кустарники и мусор. Да, а вот ну, она прям по центру идет. Ее подвинуть можно? Ну вот мы обратились в ВВС, они нам обещают как бы это самое оказать помощь. Уже как бы. А в какие сроки? Ну, сроки здесь понятно. Уже по их еще пока не оговаривали. Да. Ее бы действительно вот. Убрать, а тут бы можно тогда делать озеленение. Ну, мы так и планируем. И люди обращаются, им хочется. И да, и мы видим, что это ну, реально. Да. У нас места очень мало. На прямо по центру. Прямо по центру. Красиво бы было. Я вот. Ну и в течение этого времени мы убирали вот здесь вот около 8 мешков. Мусор отсюда убрали. Кустарник этот вырубили старый. Вот. Кустарник, вы видите, даже вот, который часть не трогали мы совершенно. Вот.
напротив дома Литвинова. Это, оно растет, как и, ну, оно старое. Вот. И еще... Вы это делали по обращению? Значит, обратились люди к нам, да, обратились на имя главы района. Это нам, как бы, мы совместно с районом выполняли их пожелания и требования. Значит, еще, что бы я хотел сказать, вот, люди, кто переживает насчет того, что кустарник будет расти или нет, значит, сирень, она требует вырубки, и потом она обновляется. На сегодняшний день, ну, если принцип, цел, да. Да, оно все вырастет, мы не корчевали. Поэтому тут опять все будет свежая новая сирень. Ну, конечно, да, линию электропередач надо, да, убирать. А вы не разговаривали вот с этими жителями перед тем, как... Со всеми мы разговаривали, все люди, все добро, все спасибо говорят. Вот, большинство все спасибо говорят. Понял. Вот, поэтому все радуются тому, что чистота, порядочек. Сейчас мы вот это деревья немножко культурили, видите, убрали сучки, сухие деревья вот эти подрезали. Сейчас это побелим. Ну, красиво будет. Ну, надо было устраивать. Мы же живем в каком веке? Недоисторическом. Белить деревья, честно сказать, и красить бордюры, это, на мой взгляд, не, это ну, пережиток прошлого. Ну, нужно, нужно. Потому что оно сразу оккультурит, да, оно сразу будет красиво. Да, дело не в плодовое. Ну, дело в том, что это. Деревья пропадают. Пропадают из-за чего? Потому что их едят жучки, паучки, всякое. А, ну, другое. Вопрос, поэтому для... цели даже санитарного. Да, а красота так. Вот. Ну, ладно, так... я понял. Спасибо большое. Спасибо и вам. Всего доброго. До свидания. До свидания. Я думаю, что нужен диалог. Обязательно. Диалог. Потому что путем диалога можно решить очень много проблем и прийти к какому-то единому знаменателю. Но вот бывают исключения, когда одна из сторон не хочет вести диалог. Ну и в данном случае я вижу, что как раз таки это не администрация, потому что глава сельсовета открыт для диалогов, для общения, а наоборот жители. Да, вот когда одни граждане хотят, чтобы что-то сделали, а другие нет. Что при этом выбирать? Дилемма. Ну, тут есть обращение, да, обратились порядка 30 человек с просьбой благоустроить эту территорию, навести там порядок, потому что, ну, свалка действительно присутствует. Программа эта запланирована, она есть в планах, документы я видел, то есть вот здесь нарушений закона я не усматриваю никаких. Тем более, что сирень не сортовая, земля муниципальная и... Поэтому еще раз призываю, прошу, если какое-то дело, какая-то работа и какое-то благоустройство затрагивает интересы разных групп населения, пожалуйста, обсуждайте, собирайтесь, и нужно вести диалог. Потому что в диалоге можно, ну, большинство вопросов снять, да, а те, которые не получается снять, ну, тогда уже кто-то должен принять решение, которое остальными будет исполнено. Для этого и созданы муниципальные общественные комиссии, то есть те люди, которые вправе принимать решения за всех. У меня все, спасибо, с вами был Ковалев Роман, пока-пока.